Привет, друзья! Мы с вами за сегодня пройдем полностью короткую игрушку Metropolis Lux Obscura. Вообще, это комикс, но элементы геймплея тут есть. Основной элемент — это игра 3 в ряд. Художником этого комикса выступает человек, который причастен к Perky Little Things, и тут тоже хватает эро-моментов. Усаживайтесь поудобней. Мы начинаем, я читать комикс не буду, потому что я тупо буду не успевать это делать. Там достаточно быстро пролистывается текст. Ну и да, вы тоже готовьтесь к этому. Давайте начнем новую игру. Конечно, я здесь тестировал все. Погнали. The gentle feel of elusive freedom finally caresses my skin. Like a lover's breath, too many years out of my arms. And heaven's angels piss wet on my face. Some guys can't stand the open freedom on their skin, or the constant need to make choices. They pull a crime to go back inside. Three meals and a bed with no rent. В игре есть несколько концовок, ребята. Об этом нам намекает обучение. Для перемещения по карте выберите любую из доступных локаций. Ваш выбор может влиять на всю историю, так что делайте его осмысленно. На самом деле нет, он намекает лишь на то, что история может быть вариативная. Но я вам точно говорю, в игре 4 концовки, имейте в виду. И да, вариативность есть, но мы сейчас откинувшийся зэк, у нас ни грамма в наличке, можем открыть свой статус и убедиться, что да, мы на мели. Прямо сейчас мы можем отправиться в бар. Everyone hoped I'd stay inside forever, or breaking off myself, sobbing in my own spits, not in tears. But hope is for suckers and lovers. Look, it is you, Lockhart. A true friend, maybe. Ow! Hey, jailbird, how's your asshole? Still virgin tight. Ну и понеслось. Можно задавать вопросы, также выбор зависит от нас. Кто меня подставил? Not a damn clue. That scares me. Nobody is talking. Want advice? Forget it. Jack's still dead. So, need work? Wouldn't hurt. Ronnie said there wasn't anything decent around. Not for me. But I should try the Falcone family. Of the newer gangs, Falcone's the most respectful. And hiring. Goldie, she's the nice man. Or did you forget that stripper testified against you? She must have had a good reason. Your key witness is dead, man. How could they not tell you? How did he die? Looked like suicide, maybe. Maybe Falcone. We don't need you back in the city. Привет, здоровяк. Вот это вежливость, да? Вот он, пошел бой. Короче, смысл понятен. Когда дело доходит до боя, враг будет действовать через определенное количество ваших ходов, так что лучше всего покончить с ним быстро. Каждый знак на сетке означает определенное действие, которое вы предпринимаете в бою. Любой знак можно свободно передвигать по его строке или столбцу горизонтально или вертикально. Совмещая 3 или более одинаковых знаков, вы заставляете их действовать. Чем больше знаков собрано, тем сильнее их общий эффект. Некоторые противники могут быть более уязвимы для определенных действий. Вы можете двигать знак на любое расстояние в границах одного ряда или столбца. Вон оно как. Собери 3 знака удара вместе, чтобы нанести урон своему противнику. Вот так вот это делается. Бум! Удар пошел. Еще там, по-моему, тоже был, да? Знак удара наносит урон противнику. Используйте их без пощады. Из боя не выйти с целой шкуры. Собирайте аптечки, чтобы заштопать свои раны. Ну да, да.
Злость — хороший мотиватор. Собирайте знаки ярости, чтобы увеличить свой уровень злости, наносить больше урона с каждым ударом. И последнее, избегайте полиции, эти продажные типы никогда не будут на вашей стороне. Больше никто не будет водить вас за руку, всем похуй, берегите себя и постарайтесь не сдохнуть. Ну да, если бы всем было похуй, все бы молчали. Это удар противника, насколько я понимаю. Короче говоря, противник ходит сразу после меня, да? Я могу бахнуть его еще разок, но надо не забывать и о своем здоровье. Поэтому подлечимся. Так, вот пошел удар. 74-74. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Блин, как бы сделать это красиво-то? Сделаем. Ни хрена. Почему? Не понимаю. Да-да, так. Опа. Ништяк, подхилялся. С ноги ему вдарим, правильно. Давай теперь с руки еще бахнем. Так, 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 так. Можно хильнуться. Лишним никогда не будет, да? Бахаем такую тему и бахаем такую тему. Можно еще отрвануть, падла. А что вот это такое? Это по нему, да, удар? А, атака минус 6, да, атаки 3 хода у него. 3 хода. Так, ну, во-первых, давай бахнем ярость. Во-вторых, с ноги тебе в лицо. Так, а в-третьих, с руки еще бахну. Так, теперь он ходит. Сатен. Да ты мне вообще не страшно, я так захилялся, что... Мама, не горюй, называется. Да, так и опять 3 хода. Раз. Два. Три. Бей. Можно хильнуться. Да, можно, короче, ходить только какой-то комбинацией, поэтому... Поэтому он меня останавливает. Лечимся, лечимся. Да сдохнешь ты или нет, бро? Сдохни. Victory. Победа есть. Хорошо. По мере продвижения по сюжету игры, Локхард будет получать различные вредные привычки и душевные расстройства, которые помогут ему в бою. Наведите мышку на иконку, чтобы получить больше информации, выберите один из навыков, кликнув на его иконки. Так. Удары руками более эффективны. Шанс нанести двойной урон ножом, кастетом, цепью, бутылкой или кулаком. Кровожадный. Шанс превратить все полицейские знаки в ярость после сбора 4 плюс знаков. 15%, но это, блин, постоянно полицию собирать. Эффект неизвестен и непредсказуем. Темная триада. Вот самый интересный. Надо узнать, что это за эффект. This fucking city kills. Everything's decaying. Withering on the vine. We are the walking decayed. Hey, any of these guys around? Does the cemetery count? Psych ward? Some filthy, degraded gutter? Hard times. Hard times. Ну чё, теперь мы выбираем, куда идем, да? Фальконе или стрип-клуб? Я знаю, что вы хотите. Погнали в стрип. Can't let you in. Or what? Think you can get past me? Old man.
I think yeah, big boy. Понеслась жара. Надо его и бить, и лечиться, и скоптиться. Давай побольше хила именно. Атака минус 15. Ну да, в натуре надо хиляться как можно чаще. Так, x25 есть. До атаки два хода. Надо еще ярости подбавить. Ебой. Сплэш, блин, какой у тебя бешеный сплэш. Как бы так красиво сделать-то, а? Блин. Да никак на самом деле. Я не знаю до сих пор, что у меня за эффектом стоит. Хил. Хоть какой-то хил. 81. Блин, мне такое ощущение, что нон-стопом хиляться придется. А нон-стоп хиляться не получится, аптечек нету ни хрена. Урона, это чё ты творишь, ты слышишь, дядь? Вот так вот. Сейчас он бахнет по мне. 29. Надо добивать, падлу. Есть. Славная победа. Так. Эффект непредсказуем. Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда. Шанс, что противник пропустит ход. Уровень 1-10%. Уменьшаю... Ага, урон от атак противника и полиции. 90%? Паранойя. Уменьшает урон от атак. Чего? Способность восстанавливать очки здоровья во время боя. Блин, я не совсем понимаю, что это за 90%. Типа 90% шанс срабатывания, да? Не всегда может сработать. Да хрен с ним, давай темную триаду качать. Ой, я сольюсь. I didn't see Goldie anywhere. The pretty eyes met mine. Sweet Bliss was a waitress before I went in. Spilled drinks on me a lot, but now she's a damn good stripper. She may know where Goldie is. Goldie? She's gone, Cockhart. But I might still have her new info at home. If you really want her still. Don't pout. It's not like that anymore, Bliss. I just got questions. Bliss gave me the spiel. That she wasn't still working in this dump for fun. And that my best bud Jack was her husband. His insurance barely paid for burial. But I still have debts. His and mine. She needed money. You just forgot it all, didn't you? Lucky you. Wish I could forget so quick. I really don't have a shit dime, Bliss. I know you didn't murder Jack. You grew up together. Friends for life, right? Get me 2,000 bucks, Cockhart, and I'll find Goldie's info for ya. I better go. Hey, you still like pussy after being in the pen? Несколько грамотных подъебов.
сработало. Так, ну, в стрип-клубе мы побывали, теперь я думаю, что надо к Фалькону идти, да? Походу, да. Выбора-то особо нету. Мистер Локхарт, you have an impressive rep. I got a job for you for good pay, huh? Didn't say I'd work for you. Don't look so glum, you don't have to kill anyone, but you get extra if you do. That's a joke, Mr. Lagarde. Maybe, huh? The Don tells me about my first task. Some piece of shit drug dealer at the bridge owes him. But Falcone says I don't need the details. My assignment is to beat the shit out of the dealer and bring his stuff back. Then I'll get paid. And fuck it. I need money. Ну и выбор опять, типа, какой? Просто отправиться на работу, походу, да? Больше-то. Больше возможности никакой нету. Такой нехилый город грехов 3, мать его. Отлично, еще один ход. И этот парень тоже какой-то веселый, посмотри. На, с ноги сразу. Это тебе на память. Да, надо не забыть сразу похиляться еще. Эта сука бьет сразу же, моментально. То есть, ах ты падла какая. На. На, родной. Сплэш на 73. На еще, падла. На еще, сучара. Окей, получаю еще вот так вот. Ай, дрить твою ты. Сейчас хильнемся. Во, нормально. Атака минус 6. Нас ноги ядрить. Ух, камба-бомба. Правда, по мне тоже трахнуло. По мне-то в основном и трахнуло. Я сейчас сдохну, и то я налево. Вообще дичь, что, серьезно? Ё-моё, ты прикинь, а? Всё, хана мне. Всё, до свидули. И чё, и как это? Типа какого-то бомжа на улице я не смог отбить. Конец. Здорово. И чего? А, во, автосохранение было. Типа, продолжить можно с того момента, да? Да, окей. Ни хрена себе, дядя ты какой, а? Ни хрена себе. Ладно, этого я не ожидал немножко. Какой-то суровый, ё-моё. Какой-то суровый. Так, это дело я немножко подкоплю. Чтобы хорошо подлечиться. Чтобы прям подлечиться от души. Раз. Давай еще. Ебуй. Три. Надо как-нибудь. Вот так вот еще. На, лови. Че, пошел хил, что ли? Не хочу. Не хочу сейчас хиляться. Блин, ну он. Очень больно будет. Очень, сука, больно будет.
А мне все еще больно. Я не подхилялся ни хера нормально. И кажется, либо я не вижу ни хера, либо мне остается только вот так вот сделать себя. Бахнуть. Я успел. Минус один там было. Там было минус один. Я подхилялся. Ты какой черт, а? Ты посмотри. Какой жесткий, сука. А че такой жесткий-то? У меня и этого какого... Наверное, это знаешь из-за чего? Из-за того, что я качал херню какую-то триаду. Ой, норм упала. О, хорошо-то как. Хорошо упало, хорошо. Блин, по мне менты прошлись по мне, ё-мо. На. Вообще, я, по-моему, не обязан ждать твоего хода, да? Походу, обязан. Блин, да какого рожна, одни менты остались. 34 опять. Ё-моё. Здесь бы опустить на одну вот этих ребят. Было бы прям, как хорошо. Ну ладно. Слушай, может, с моей прокачкой вообще не светит? Вроде как и нормально там похиляли перед стартом. Такое преимущество было. А я не могу этого бомжа убить. И сейчас у меня доступна опять только вот эта вот херня. Жесть, что такое? Все, игру не пройти. Не, ну, типа, это плохо, когда определенный вид прокачки тебя хоронит. Вот это сразу ему в лицо прилетит. Блин, а что такое? Почему 105-то, ЕМ? Надо комбы делать. Надо делать комбы. Тут ничего не поделаешь. Хороший винч. Здесь хер ее сделаешь. Насколько он бьет? Имеет смысл ли вообще хиляться? То что 6 мы урона наносим. Так, а он насколько бьет? Ну-ка. На 9. 6 восстанавливаем, 9 получаем. Хиляться на 3 вообще не имеет смысла. Вообще. Ядрить твою ты мать. Резко какая. Я Gardenscapes играю, слышишь? Мне вообще... Ну, вообще, да, удалить, я уверен. Мне ты не страшен. У меня иммунитет к бесячке за счет такой игры. Хрен там был. Я пройду тебя, слышишь, ублюдок. Ай, ты сука, почему у тебя 120 хп изначально? Вот почему там было 105, потому что у него 120 изначально. Ага, опускаемся. О,
О, это хорошо. Опа, нормально. Нормально. Опуститесь и вы, господа. И вы, господа, опуститесь. И сейчас на, в лицо. Хорошо, 79, норм. Так, ну, к примеру. Оп, вот это уже варик, так хиляться. Вот это уже варик. Так. 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 И. И опускаемся. Опускаемся. Хер там что будет. Хер там что будет. О, нормас. Может будет все-таки. Блин, сука, 5. Не, все, хана. Уях. Но это был хороший бой. Хороший, мне понравилось. Мне понравилось. Блин, какая-то сука мелкая. Так, все, выиграю тебя. Выиграю тебя. И вкачаю нормальный какой-нибудь бонус. А то это триада, это говно какое-то. Походу. Слышь, погоди, а в натуре... Ну-ка, главное меню. Можно же посмотреть свой статус на карте. Что за бонус-то? Погоди. Эффект неизвестен и непредсказуем. Уровень 2, темная триада. До сих пор. До сих пор эта херня непредсказуема и неизвестна. Блин, а может вкачивать ее все-таки? Может какой-то прям крутой бонус получу за счет этого? Типа будет сложно. А потом херак и легко. Сомневаетесь? Я тоже. Дринк. Дринк. На, вот так вот еще тебе десятку в лицо. Все, добью с кулака. Тавгай. Ачивка. Нет, не с кулака. С ноги в лицо добью. Отлично. Ну да, такие игры это всегда типа везение только за счет... Точнее, победа только за счет везения. Везение только за счет победы. Так, ну ладно. Окей, хорошо. Идем дальше через триаду. Плевать. Shade. Why are you trying to off me? Hey, Lockhart. Thought you was one of Falcone's thugs. Бля, вообще-то так и есть. Really? Well, shit's always hard when you're being stupid. I'll take this. Shade used to laugh at junkies. Now, he's one himself. He can't even sell this shit without getting his ass kicked and robbed of Falcone's money and his product. Fuck you, Lockhart! Did Jack know you was fucking his bliss? Shade! Чего он самоубился нахрен? Он прыгнул с моста. Он убился или что, или как? Пойдем к Фальконе за наградой. You've arrived at the right time to take care of someone special. I don't take care of or do special shit, not ever. Not special, Mr. Lockhart.
cheese. Okay. He needed a driver for a delicate action. The special woman was named Candace. And he needed a good man to watch over and take care of my angel. A gentleman with an attitude. And I was to pick her up at one address, then drop her off at the second. Wait and reverse the process. You got my shit back, good man. Take your 500 bucks. А ключи я все-таки взять не могу, да? В аптеку могу сходить. Окей, это странно. Ну ладно. Вообще-то надо было соглашаться. Я хотел, типа, отдать наркоту и отвезти эту Кэндис тоже. Странные странности. Falcone gave me this car for my next job form. Working for Falcone, though, is making my head hurt. I drink it away, but my new job was to drive. So I stopped for a bottle of painkillers. And look what I found when I came out. Hey, knock it off, you little shits. Fuck you, old man. Да что за неуважение-то постоянно? Ульмен, ульмен. Почему у вас 120 здоровья-то нон-стопом? Ё-моё. Короче, работа таки будет на Falcone. Окей. Окей. Немножко так. Погораем. Так, это говно хоть ходит не каждый раз. На, дядя. Да, лови ты. Да, нормально. 23 урона. Раз 4 хода. Раз 4 хода, 23 урона. Ё-моё. Оп, подхилялся, красава. За один ход. Плохо, что обычный комбой. Очень плохо, что обычный комбой. Блин, нечего ставить. Нечего ставить. Я только не вижу, что поставить больше. Окей. Окей. 63, 68. Мы идем на слив опять. Не хочу я идти из-за этим. Приходится, кажется. Эх ты ж падла. Гоядла. Ну да. Здорово, да? Опять ментуру собрал. Все, типа, проиграл. Чисто не везет на сбор. Тут толку нет, давай заново. В такую игру можно, я говорю, выиграть только если повезет. Так, вот это говно удалить. Да, а это продолжаем. Продолжаем. Аптека. Надеюсь, только одного придется отхерачить. О. О, давай тогда еще бонус условим. Уф. О. Нормас. А еще бонусы ему. Има. Как бы у вас здесь.
Господи, соединить-то красиво. Я думаю, вот так вот. Ебой, все, убит. Убит. Забирайте, дружка. Сука, все-таки второго тоже гасить придется. Ударов здесь ловить нехер вообще. Вот, допустим. Оп. Хоть что-то. А чё, мне троих придется гасить, как думаете? Или двоих хватит? Чё-то я не вижу здесь больше ничего, кроме этого. Сливаемся, господа. И еще разок. На. Победа. Прям на грани. Отлично. Триады больше нет. Шанс превратить все полицейские значки в ярость после сбора 4 плюс значков. Выпадание полицейских знаков снижается. Способность останавливать очки здоровья во время боя. Шанс нанести двойной урон ножом, кастетом, цепью, бутылкой или кулаком. Двойной урон. Ништяк, давай. 15% шанс. Нормально будет, нормально. Let's see who gets fucked up, kiddies. I don't know what came over me. But when I do a job, I do the job. These little monkeys were messing with that. Yeah, well, this old man can still take down a few kids. You're what Falcon sent me? Yes. Yes, ma'am, he did. Okay. I wasn't looking my best. But the car did, and it still had wheels. Ну так погоди, забрали же машину. О, в смысле, колесо. Неприятности. Погнали. Люблю неприятности. That's a real nice hotel you live in, Andy. Don't call me that. Not by any spelling, Mr. Lockhart. How long do I wait? You've never waited for a woman? It'll take as long as it takes. This isn't a $20 blowjob in a side alley, Mr. Lockhart. This takes artistry and patience. That's a loud shouting. Shit. Доги, серьезно? Ну-ка давай с пачки. Блин, мне сейчас с псом драться. Ох ты, сука. Это падла атакует каждые два хода, и у нее 200. Охренели, что ли? Вы че, е-мое? Так, припустись. И вот так вот сделаем бонус. Бонус получен. Отлично, отлично. Лучше, чем, сука, ничего. Так, теперь вот сюда. Вот так вот. Охрясь по лицу. Блин, как ты больно бьешь, ты чё? М-м-м.
Я сдох. Я, мать его, сдох. Нет, живи. Черт. Да. Откинуть конец в этой игре просто как нихер делать, ё-моё. Давай еще. С пропуском, пожалуйста, отлично. Давай сразу Люсия. Так, вот раз. Так, вот раз. Так, вот два. Так, 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 так. Три. Отлично, погоди. Четыре есть. Четырехкратный урон пропустить, это такое себе, так что да. Надо бить. Раз. Два, три, еще подхилялся, да? Отлично. На, и бонус ловил. О, хорошо, о, хорошо. А чё тебе так похер? Ей вообще похер, короче. Так. Так. Так, так, так. Как-нибудь это все красиво обернуть, ё-моё. Четырехкратный бы урон, да? Сюда. Во. Вот сейчас будет четырехкратный урон. О, хорошо. И вот так вот в лицо. На. Вот эту линию бы слить вниз. Ух ты. Я выиграл? Я проиграл. Я чуть не следил за тем, что я делал. Хотел пятерной прирост адреналина. Вот точно такой же бы, только не прирост адреналина, а в лицо и с самого старта, да? Продолжить. Да, сука, потом после пса же еще кто-то пойдет. Я до сих пор не знаю, что я вкачал. До сих пор. Я пропускаю. О, лицо с кастета, нормас. Еще и так, еще и подхиляться. Раз, два, четверным. Хорошее начало, хорошее, ничего не скажешь. Буй. Электрошокер сам по себе как бы крут. И с ноги зашибись заходит. Сюда бы. Вот сюда бы, дабы, да? Еще бы сюда вот это вот опустить. Сука. Или поднять. Сделать-то красиво-то, а? Не хочу вот так вот делать. Еще вот так сделать. Нужно опустить. Нужно опустить какие-нибудь из этих линий. Можно на самом деле так. Себе больно сделать, да похер. Так, 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 так. Еще раз. Во! Есть. Раз и на. Ух, почти полностью вынес. До свидания, песик. Есть победа. План удался, моя ставка сыграла. Отлично. Так, шанс критического удара после комбинирования 4 плюс любых знаков. Урон от атак противника и полиции. Способность останавливает. Давай урон от атак уменьшим. 90%. Я не понимаю, что это такое, но ладно, узнаем. I'll make you pay, I promise. Who the fuck are you? You with this slut, you old thug?
I will bury you both. Fix your clothes, Candace. Call Falcone, too. We're out of here. Riz was so furious. Likes to be rough, but this? So drunk and high out of his mind on coke. I've never been so afraid for my life. He's vengeful, Mr. Lockhart. His father is the powerful senator. Oh, God. What will happen to Lena? My little daughter? France? We'll get her. Dump your phone, and I'll get you both safe. Call me John, okay? Or just Lockhart. Are we safe here, Lockhart? For a few hours. I'll be back once I update Mr. Falcone in person. No, I think I will be okay here. Да, ну что ж, пойдем к Фальконе побазарим. He's talk's only son. I don't need the kind of trouble a goddamn senator can make for me, damn it. There's money in the envelope and a clean phone. Keep Candace safe. There's this peace of mind you have when you have cash in your pocket. I didn't have complete peace as I walked to think. It was a nice walk, freedom, wherever I wanted, not just in a tight circle inside high, hard walls. Ahom, give me your cash. Ahom. Yeah, I don't think so, Elvis. I'll think again, Colonel Tom. Ahom. Shit. Да чтоб тебе, что с этим городом не так-то, а? Мои родные, 200 здоровья! Откуда же ты такой вымахал, сука? На! На еще, родной! Надо отпускать это все, чтобы вот так вот бахнуть. Красиво, красиво, по-моему. Та-та-тан, та-та-та-та-тан, блин. Пока я практически не ношу урон. Практически не наношу. А мне только остается кулаки выставлять. Зараза. А, вон. Блин. Нас ноги хоть. Во, так хоть неплохо. Сука. А, победа есть. Отлично. Эта карта там разыгралась. Становятся более эффективные аптечки. Пропустит ход. А, урон 90% был. А сейчас 80% урон будет. Ну давай немножко пожирнее будем. Меньше люлей будем пропускать, да? Гофбар. Let's see if Bronny will buy some information. Damn, John. Good story. But it's really bad you're involved. Be careful. Sorry, I have to make a phone call. Here's the money. I see you have money, cutie. Wanna buy me a drink? Me too. Thank you.
again. What the fuck you mess with our girls? Admit it, I get cranky and hateful when I'm rudely interrupted. The girls are messing with me. Maybe they miss being with a man with a thick one, skinny stick. Ничем тебя жизнь учит, громила. Ну что такое-то, а, дурачок? Нахрена? Нахрена ты это делаешь? 17 атак. Не, ну больно, согласен. У него уязвимость от удара кастетом получается. Может, с ноги тоже больно будет? Не, кастетом нормас. Только кастетом, я понял. Вот я и всрал. Это тупо. Дядька сильным стал с последней нашей встречи. Ну, блин, я тоже, между прочим, прокачался. Ну, камон. Вообще, на самом деле, увлекает, если честно. То есть, сюжет меня увлекает. Ну, такая, типа... Реально комиксовская тема. И... Ух, кастет, нормально. И достаточно интересная комиксовская тема. Это неплохо, это очень даже хорошо. Так, так, так. Well. О, ай, практически. Сука. Ну ладно. Чем тебе еще бахнуть? Вот отхиляюсь. Ай, не успел. Или не хватило один хер. Давай, сделаем. 3-4 попытки понадобится, неважно, сделаем все. Козел сублимирует кием, смотри. Я ему сказал про маленький член, он сразу кей схватил в руки. Ах, маленький член. Зато длинный кей. Маленький кой, длинный кей. Ну, плохо, короче. Ничего, никакого нормального продолжения не вижу. Очень дерьмово. Понял, не драк, понял, говорю, понял. Еще разок. Скотина какая буйвольная. Прям не угомониться, падла. Let's see. Ну вот, хорошее начало. Отличное начало, я бы сказал. Отличнейшее начало. Так. Так. Так, ну ладно. Так. О, вот это было прям то, что надо. Значит, с ноги в лицо хорошенько вдуплись. И электрошокером. На электрошокером вообще пихуй. Ай, минус 9 урона.
Скотина такая. На. О, славная победа. Комбинирование. Так, аптечки становятся более эффективны. Давай, аптечки. Окей. Теперь лечь не 100%. Не на все 100%, а на все 125%. Короче, можно сюда, можно сюда. Назойливый клиент здесь. У меня 2000 баксов, кстати, есть. Погнали. Man being the man, enjoying the woman inside that beautiful body. Еще и коп, ё-мо. Так, хорошо. Хорошо, то, что ты атакуешь так. Опа. Опа-опа. Остались жирные аптечки, так что не стесняемся. На, родной. Это сюда бы ногу какую-нибудь, да? Хил сработал вообще, я не понял. Не хочу я копов собирать, ты чё? Во. Ля, как говно, ну ладно. Во, я знал, что не стоит спешить. На с ноги, бро. Ай. Полицию собрал. Такое себе удовольствие. Все, до свидания. Хорошо бахнули, хорошо. Так, что прокачиваем? Еще можно прокачать? Давай. До трехи. Нормально. Еще уменьшили урон себе. Почему нет? I'll give you my address. So when you drop by, maybe I'll have that info Goldie left. Что, даже два косаря не придется тратить? Серьезно? Я не потратил их? Я не потратил их. Неплохо. Пойдем. Новости посмотрим. Thank you for coming at my call, Mr. Lockhart. I have another task for you.
Looks like it's time to get a gun. That same dealer's messing around again. I need you to end his activity completely. Ну вот хрень, это же явно друг был. Значит, ну он не самоубился. Ловушка какая-то. Новое хобби Близ. Так, ладно, пойдем новое хобби Близ посмотрим. Hold it right there, Lockhart. Они же сказали, стой на месте, Локхарт. Почему перевели как дерьмо собачье? What the fuck? О, ништяк. Ну чё, тут их двое. Тут их будет двое. Тут их будет двое, двое будет тут их. На ещё. Так. Не то чтобы хорошо, ну ладно. Удары у них, конечно, жесткие. Вот эти два ряда бы слить. Ништяк, сработала карта на минус урон. Прокачиваемся, прокачиваемся. Нам нужен большой урон по ним. И при этом маленький по нам. Логика плещет из меня, да? О, еще хил. Хорошо. У меня хорошие предчувствия есть. Комбинации прекратили попадаться. Я знаю, что здесь есть хил, но я хотел бы их совместить. Вот эти четыре. Why not? О, ну или так. Знал, что спешить не стоит. Смотри, против полиции у меня прям... Прям ништяк какой-то пошел. Ну, правда, сейчас я себе хуже сделал немножко. Лови электрошокер, родной. Надо было, наверное, оставить себе эту мазу. Х2 урон, почему нет? Да. Опа. Эх, ну, ладно. Ну так уж и быть. Ну так уж и быть, чего нет-то? Просто избил. На, еще. Из кулачка его, бам. Прилег, дядя. У меня 213, у меня здоровье в два раза больше, чем было. Дополнительные очки здоровья.
Давай дополнительные очки здоровья. Мне нравится быть большим, сильным, с большим здоровьем. Lockhart, what happened? Ran into a testy dance critic and his partner. McCordingdale and Savage? Those dicks. Ugh, I've forgotten how heavy you are. You need a drink. Good thought. I take one. And lots of refills. Sorry, I'm not in the mood for old time talk, John. I feel really sick, man. Don't stare at me like that. Truth? I need some shit. But my dealers fucking disappeared. Your 2,000 bucks, Bliss. I found Goldie's info. Huh? I guess I should say Bella. She's Mrs. Falcone now. Вот тебе раз. Миссис Белла Фалькона. Я могу в кино пойти? Больше никаких? А во, место преступления, ловушка. Теплая встреча, погнали. I'd take a mind break, but when I least expected it, I saw Goldie. I was expecting to see her, but when I did, Goldie was a surprise. Ow! Fuck, Goldie! You, going to jail, leaving me alone in this godforsaken city! Oh, John, I missed you so much. Don't scowl so at me. Why did you testify against me in court? Jack's murder. I was so startled, confused, and frightened without you. I never knew who threatened me. Seeing her, more beautiful than ever, and clothing I could never afford. Can you forgive me, Johnny? If Falcone showed up right now, I'd punch him in the throat and watch him slowly smother. Your sensational murder trial brought me to Nunzio's attention. He's been gentle and good to me. And he has money. Power. But I could never forget you, John. I won't detail all the weird sex I had to perform for Nunzio to get him to remove that key witness. Oh God, it is so damn good to see you. My husband rents me a house. Come to me there? But Nunzio's man, my bodyguard, is armed. Damn. Ну, погнали дальше. Go away, bum. You'll never get into Mr. Falcone's home. Really? Because I really want in. В этом мире все очень просто. 300 здоровья у него. 300. Шутка про тракториста тут где-то рядом. Бам-бам-бам, бугало. Ну, нужно увеличивать урон, конечно. Нужно снизу идти.
Да. Такое себе, ну ладно. Блин, вот это пипец, вот эта вот сборка. Такую бы только не полицейских. К примеру, кулаков. О, жесть, а вот это вот меня просто убьет нахер. Вот так вот, если сделаю. Сто семьдесят пять. Охренеть, нету больше ничего, понимаешь? Нет возможности собрать больше ничего. А вот кулак, все, играем. Четверной даже, нихера себе, как это я его пропустил. Все, пошел хил. А, и хил убийство самолично, и там было нормально. В принципе, очень даже неплохо. Лови еще. Пуф-пуф. Пав-пупидуф. О, с ноги. На, 38. Уравнялись. Нормально. Ох, хорошо. Появляются шансы, ребята, Раз, сравняли. На, электрошокер, бах. И все, и добиваем падлу. Ебой. Это была хорошая победа, очень хорошая. Suddenly had an aching twinge in my balls. A confusing flashback to that film Body Heat. With that hot babe desiring the hardball detective. Living the dream, right? But maybe at the time I should have remembered the clown subtext in that film. You won't need your gun, just your... deadliest weapon. Oh yes, you've still got it. You're so damn good, Johnny, that I almost changed my mind about killing you dead. I never cared if you killed Jack because I fucked him so many times after what you did with Bliss. But you keep fucking that cock-snatching whore. Then, now, betraying me with every thrust. Чё? She saved your bullet. Она сохранила твой выстрел. Конец четвертый из четырех. Такая любовь. Чё? Такое ощущение, как-то просто заебались.
Чё-то бред какой-то сейчас был. Окей, а что если продолжить? Ага. Выход можно сюда, место преступления. Чё, ещё концы надо увидеть. Fuck him up. Painfully. Чё за херня с дриадой тогда, я не понимаю. Чё, в чём, чё... Очень много чего хочется сказать. Очень много чего. Падай вниз, падай вниз. Ты тоже падай вниз. Да нихера, ну ладно. Конечно. Как вариант раз, как вариант два. Это дело все еще сохранить. А если не спешить, может что-нибудь из этого еще получится? Нет, ну ладно. Окей, получу немножко люлей. Да пипец. А сейчас второй придет, и мне хана. Атака, раз четыре хода, 18 атака. Это вниз надо опустить. Так, я переживу эту атаку, окей. Бля, нет, так не переживу. Двойной урон. 16 атак в этот раз было. Да, мне кажется, хана. Да, это хорошо было, хорошо. Еще как-нибудь где-нибудь вот это соединись или здесь. Хил нужен. Сука. Нужен хил. Ну камон, нет, это все это. В этот раз мне не повезло. Угу. Ну ладно. Пусть меня убью я. Продолжаем. Еще три концовки. Ну, я так полагаю, вот дальше вот если пойдем, как раз мы о них узнаем. Место преступления, ловушка. Так, это была ловушка. Дальше до ловушки еще продолжение какое-то должно быть по-любому. Лови. Так, как бы хорошо все сделать-то.
Раз. Два. Наверное, да, три. Такой себе, сука. Да ну чё, вот чё делать-то? Да, нет, нехер делать. Офигеть, вы бьёте, сука. Возьми уже пистолет, ё-моё. Сколько можно? Сколько можно? Бум-бум. О, как бы тебя вот... А, во! На! Еще получил. Это было хорошо. Есть победа, ребята. Отлично. Так, либо еще здоровье, либо шанс нанести двойной урон. Не, давай здоровье еще возьму. Fuck! You're a tough old shit, aren't you? But you ain't tougher than bullets. Too nervous to aim straight. Hate a man who uses a woman for a body shield. Fucking coward. Ловушка — это конец первой из четырех. А, ну, реально, кажется, как будто бы устали делать, устали рисовать. А жалко, жалко, разработчики, жалко. Надо было продолжать. Это ж, ну, блин, такое заделано крутое что-то. Ну, что-то прям хорошее, а в итоге... Так, ну, у нас нету еще второй и третьей концовки. А локация только одна осталась, место преступления. Used to be my place. Just need to get something, then I'm out of here.
get him. Get him. Пять. Не говорите мне, что мне нужно пятерых сейчас гасануть. Yeah, the young and the foolish. So full of piss and vinegar. Let's dance. Let's dance, boy. 150. 150, 150. Ну, не то чтобы он жирный, да? Я вот, к примеру, 130. До сих пор не понимаю, нахрена я качал триаду какую-то там. Ну ладно. Раз ты настаиваешь, чем больше реально другого нету ничего. Ну лучше отсюда рискнуть. Нет, не было лучше. Так, первый пошел. Вторых спускаем. Неплохо, в принципе. В принципе, такое себе. С другой стороны. Блин, как-нибудь соединить хочется. Вот сюда бы, вот сюда бы. Не хочет падать, серьезно? Вот падла какая, а. Ну дай мне синенькую, ё-моё. Сейчас она где-нибудь упадет. Это последняя или еще будет? Еще, конечно. Конечно, будет еще. Ай. Заколебали. На, электрошок раз, электрошок два. Есть победа. Трое двойным ударом с руки и с ноги добили падлу. Так, ну и опять здоровье себе бахнем. Those baby gangsters have probably left the secret stash or two around. But today I've got my own bleeding secrets to open. Forgot about this old shirt cloth. I should toss it, but not here. Guess it's good enough for removing fingerprints. Окей. Короче, мы взяли пушку, и я так полагаю, теперь с пушкой есть варик пройти опять эти две локации. Ну давай вот ловушка, к примеру. Все равно будет конец. Может, сейчас хороший. Friends will take care of you, and I'll take care of this cunt. Fuck him up. Painfully.
все равно придется, да, драться? О, теперь у меня пистолет появился, смотри. На, ух, 30-ку урона дает, нихера. Нихера себе. Ну, неплохо. На, еще. На, еще. Даже можно особо не думать, блин. Теперь. Нет, сейчас надо бы подумать. А, максимум 2, блин. Сука, вот да, надо было думать сразу. Я ходы себе просрал. Много просрал ходов. Х2 это максимум. Но я думал еще бонус получить. Реально не срабатывает аптечка, когда резко ее юзаешь, походу. Победа есть. Но посмотрим, как конец поменяется. Да, еще здоровье бахну. Fuck! You're a tough old shit, aren't you? But you ain't tougher than bullets. Too nervous to aim straight. Hate a man who uses a woman for a body shield. Fucking coward. А? Ни хрена она не поменялась. Чего? А как вторую и третью концовку получить? Одна из четырех. Может, надо было с пистолетом что-то до этого делать? Здесь что еще можно сделать? Нет? Только в ловушку и все. Бедная Близ. Так, окей, давай подеремся с этим ублюдком. Еще разок. Уф. Уф. Давай я поддамся. На. Этому урон с пистолета не такой сильный. Ну ладно.
Есть победа. Наука. То же самое сейчас будет. I suddenly had an aching twinge in my balls. A confusing flashback to that film Body Heat. With that hot babe desiring the hard-boiled detective. Living the dream, right? But maybe at the time I should have remembered the clown subtext in that film. You won't need your gun, just your deadliest weapon. Oh yes, you've still got it. You're so damn good, Johnny, that I almost changed my mind about killing you dead. I never cared if you killed Jack because I fucked him so many times after what you did with Bliss. But you keep fucking that cock-snatching whore. Then, now, betraying me with every thrust. Окей, я нахрен сдаюсь. Возможно, да, надо было пистолет раньше получать. Черт его знает. Ладушки. Пишите в комментах, получилось ли у вас выбить вторую и третью концовку. Будет интересно почитать. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. Разработчики, вам, ну, двоечка за исполнение. И пятерочка за идею. Двоечка, потому что, ну, явно это только начало. Хочется продолжения. И прям вот здесь, сейчас, они в новой игре, в новой части и так далее и тому подобное. Потому что сюжет увлекает. Ну, ты только знакомишься с героями, и они сразу такие, конец. Это плохо. Вот, рисовка топ. Всем пока, ребята. Дальше круче.